В последнее воскресенье ноября традиционно отмечается один из самых любимых праздников – День матери. Именно это событие, проходившее в Центре культуры и досуга «Камертон», всегда пропитано нежностью и благодарностью к тем, кто дарит жизнь, любовь и заботу. Праздничный концерт, в котором приняли участие порядка 120 участников самодеятельных коллективов, начался с красочного открытия. Сердце. Такое маленькое и такое огромное. В нем наш первый вдох, первые шаги и слова. Оно наполнено самой чистой любовью, ничего не требующей взамен. И каждому из нас в нем хватает места. Иногда нас много, и это не важно, сколько нас. Всем оно отдает свою частичку, и все равно остается большим. В этот вечер с праздничной сцены звучали слова поздравления всем мамам, а артисты дарили свои творческие подарки. В рамках празднования Дня матери были подведены итоги конкурса рисунков и определены имена победителей в интернет-конкурсе в следующих номинациях: «Два сердца, две жизни», «Мамы всякие нужны», «Мамы разные важны» и «Мамина радость». Подарки призерам и победителям конкурса были любезно предоставлены организаторами конкурса, Центром культуры и досуга «Камертон» и местным отделением партии «Единая Россия» в городе Белоярский. Нам удалось пообщаться с одним из победителей конкурса, семьей Бурдановых. Мы победили в номинации «Мамина радость». Скажите, кто за вас сегодня голосовал? Голосовали друзья, друзья друзей, коллеги, очень много людей. С детского сада помогали нам, чтобы мы победили, и в итоге мы победили. Скажите, вы все делаете вместе? Сегодня вы на сцене выступали и голосовали за вас тоже, наверное, за двоих? Да, практически всегда мы делаем все вместе, потому что мы дружные, мы любим друг друга. Стараемся друг другу помогать во всем. Милые мамочки, с праздником вас, счастья вам, здоровья, чтобы ваши детки вас радовали. Вдохновляйтесь вашими детками. На протяжении всего концерта в зале царила очень теплая атмосфера, и каждого выходившего артиста встречали бурными аплодисментами. Творческие дуэты детей и мам. Флешмоб «Мама, я надел шапку», в котором поучаствовали все зрители. И это лишь не полный перечень всего, что проходило в этот вечер на сцене «Камертона». И, конечно, лейтмотивом мероприятия стала любовь и признательность к самому дорогому человеку – маме. Дорогие наши мамочки, поздравляем вас с Днем матери! Мы вас очень любим! Этот праздничный вечер никого не оставил равнодушным. И, казалось, от нежности и душевности, исходящей от всех участников этого мероприятия, ноябрьский вечер стал немного теплее. Александр Барков, Юрий Орлов, «Время новостей», Белоярский.